Количество рейсов из областного центра Западно-Казахстанской области в Астану и Алматы станет больше, сообщили в Комитете гражданской авиации. Накануне в ведомстве обсудили проблемы авиасообщения в этом регионе. В настоящее время из Уральска авиакомпании еженедельно перевозят всего 3000 пассажиров. Со столицей и город связывают только 11 авиарейсов, тогда как из соседних Атырау и Актобе летают в два раза больше. С августа месяца увеличение рейсов будет, то есть увеличится емкость на 20%, это замена путем замены воздушных судов с более вместительных. Также с августа месяца собственником аэропорта сейчас было озвучено, что начнутся работы по реконструкции рулежной дорожки и перрона. Они ориентировочно займут 2 месяца, и с их завершением дальнейшее количество рейсов также будет увеличиваться.